Ну что, поехали. Сейвы старые не сохранились, поэтому придется все делать заново. Игра BattleTech. Боевые роботы. Первый прыжок. Первое заселение. Таус-Эти. Человечество распространилось по всей галактике. И внутренние сферы. Образовалась Звездная Лига. Изобрели роботов. И начали воевать за доминацию, за господство в Лиге. Наступила темная эра. Керенский увел свои войска из внутренней сферы. Звездная Лига распалась. И началась эпоха роботов. Так, ну а мы с вами начнем карьеру, нет, компанию. Новую компанию, стандартную. Начинается. Опять принцесска наша толкает речь. Что она не герой? Герой бы справился лучше. Конечно, я знаю. Я все знаю. Папа ей рассказывал о Звездной Лиге, о процветании, и о том, что пилоты мехов были прям рыцарями. И она не видела правду. Не был героизмом. Поэтому она наняла наемников. Да, она нас наняла. Они не верили в ее цель, только в деньги. Но их действия дали нам надежду. И это сделало вас героями. Так, отлично. Восстановление. Ну что, пройдем обучающую миссию. Так. На периферии есть маленькое королевство Ориган Рич. И здесь правит семья Рана. Ориган, коалиция Ориган довольно мирно жила. Вот это вот коалиция Ориган, окей. Ну, началась история. Отлично. Курита, Марик, Дэвиан, Штейнер, Ляо. Это какие-то
Это какие-то чертовы. Я буду пилот из кланов из дальней периферии. Да, буду отыгрывать пилота из кланов. Double Bis. Так, мастиф Монтгомери. Хорошо. Ганнери Тексин, Фенри Бетрейд, Банкрот. Блэк Джек. Здесь везде Блэк Джек, но это Ганнери Тактикс. Мне подойдет. Тактик. А Ганнери есть? Ганнери это Полярис Гладиатор, да? Так, отлично. У меня есть Блэк Джек. Осталось найти. Девушек легкого поведения. Пониженный, так скажем, социальный. Call Sign Rebel. First name Mike. Last name Horus. She. Почему she? They? Да блин, какой they? Вот такой вот я буду пилот. Мне подходит 4 Ганнерида, 3 Тантих и Гатс. Отлично. Конфирм. Путь мехвоина. Получено достижение. Hi Lord Tomato is dead, so when we reach his left at the ancient crossroad, once prepared, it's now a kingdom of this line, surrounded by purple. Короче, пипец королевству, их... Lord Tomato is now the brother and now the high lord of confidence in the slow moving council. So we have prepared Asgard, it's tight poison. Короче, дядя пытается захватить власть. However, the High Lord, the noble lady, American Rado is determined to rebuild Ridge without reforming the outer and state, she refused to interact. Короче, леди хочет сохранить демократию, и дядя недоволен, явно по его роже видно. Шанзлой, Капитан говорит, Мастиф готовится проводить леди в город Курди. По-моему, 83 local time инкарнации. По-моему, ничего не изменилось, да? Начинаем миссию. Хорошо. ВСД. Ну, ничего. Хорошо. Куи, ротейт, я тебя понял. Хорошо, окей. Обычные тесты. Давай посмотрим, как ты двигаешься. Давай. Замех. Давай, поехали. Он был что-то там не очень, очень честен. Что-то не то в столице. Слишком тихо. Кто-то проверенный. Давай. Проверим оружие. Давай.
ничего не можно доказать. Ну, почему нет? Давай. Ей. Так. Отличный выстрел. Я знаю. Так, видео. Давайте мастер сделаем побольше. Так, так он тренировал рано с 14 лет. Леди Виктория тоже немного тренировалась. Проверь свой таргетинг компьютер. Так, я тебя понял, надо чуть-чуть. Чуть-чуть прибавить. Так, ну что? Тут какая-то хрень. Таргет даме идет, да? Угу. Угу. Таргет даме не особо хочет умирать. Пошел на ковер. Хорошо. Все, капсда ему. По крайней мере, задницу моего расхерачили. А, все, хороший выстрел. Надо, короче, передать власть довольно плавно. Чем же это теперь? Отлично, бум-бум-бум-бум-бум. Перегрев. Да, конечно. Ну давай, чё ты такой, блин, тормоз, давай. Плазма лик, джемджет малфункшн, дамедж, система наперебыл. Короче, нужно его починить. Короче, фигачь его в рукопашку, чтобы, блин. Так. Капс, да. Так, а теперь уклоняйся, типа. Мэккен маневр. Ну, окей. Давай вот так. Фулл фраттл. Мимо. Минус один эвэйжн. Комбат рэди. Он одобряет. Давай спринт. Поехали. Во. Камео рано. Скоро будет выше леди в Аугуриан река лишь.
Леди Виктория. Сестрички поговорили. Короче, присоединяйся. Помни, что я тебе сказал. Да я помню. С прошлого прохождения еще помню. Че тут не помнить-то? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. I remember the Oregon Reach of old, the time of the great expansion. Да. I was just a boy then. Мальчиком он помнит времена большого распространения. И зачем? Чтобы посмотреть, как наше королевство падает. И волки стучатся в каждую дверь. И соседи против нас. Нет, это не может продолжаться. Если леди Аран не будет действовать, кто-то должен. Да, он призывает к войне гражданской. Типа, ради... И типа, вы будете настоящими героями. За директорат деритесь. Выслал он, короче, войска нам. Дроп-поды пошли. 5 штучек. Очень плохо. Инкарнация 1322. Рядом с Кордио Сити. Ночная миссия. Мастиф, Камея и я. Идем к воротам. Что за дым? Гвардпост. Я не слышал стрельбу. Очень странно. Ладно. Короче, у этого АЦ-10 два средних лазера ЛРМ-ка. У этого ЛРМ-ка 3 СРМ-ки, это достойно. И 2 лазера. Так, китана у меня, конечно же, блэкджек. И 2 АЦ-шки. И 4 лазера. Да... А как тут, значит... ВСД, мув... у меня скилла нету, да? Ладно. Короче, мастиф, ты... Ну ладно, хрен с тобой. Так, значит, сначала Ребел пойдет, потом... Камея и... А ты 3 набираешь, да, максимум? Ладно, иди. Джамджетов у него нету. Ладно, что здесь у нас?
Это взрыв недавно. Это случайность? Нет. Это следы от лазерного огня. Мы должны убраться. Здесь патруль. Мы должны к ним. Не дам я сорвать твою коронацию. Так, короче, чуваки. Херачим туда. Эта дорога мне не нравится, никогда не нравилась. Спринт. Ну, извините, тут и так все разрушено. Так, есть шанс 4 набрать? Есть шанс 4 набрать? А у тебя... Ну, остановимся тебе. Господа, не хотите ли получить люлей? Я вам с удовольствием их выдам. Да. Извините. Нужно немножко пробежаться. Обратно. Так. Значит, каме. ЛРМ-ки достают. Вы мне ни хрена не нравитесь. Да, тоже такая ЛРМ-ки достает. Хотя... Отсюда он еще и пушка их накроет. Да, лазеры не... Ну... Ладно, все, стой здесь. Может, они подойдут? Брейс, брейс, спринт. Надо всех трех сюда привести, нет? Я вот не помню. Я вот так отойду. Потом вот. Вот так вот подойду. Здоровенькие будем. Я знаю, что вы засада. Говорит, пост только что атаковали. Дорога чиста? Да. Мы будем защищать ваш 6. Почему ваши мехи повреждены? Пройдемте со мной. Ты нам лжешь? Это моя коронация. Мехи не могут
быть в таком состоянии. Что происходит? Убить их? Ну, как бы понятно. Ку-ку. Софетис. Мастиф. Сенсор лока, мультитаргет. Что нам с ними делать? Можно отойти сюда. И вломить вот этому АЦ-шкой не попал. ЛРМ-ки зашли. Да мимо. Это так хорошо, вот так вломил он. Камео. Мультитаргет. Да, давай мультитаргет. Это А. Это Б. С РМ-ками, лазерами, а этим по Б. И он по Б. Да, огонь. До свидания. Так, неплохо. Хак и так, так я не отойду, да? Так я развернусь, а так я развернусь. Давай, убегай. И влупи ему всем, чем можно. Так. Хи-ху! Мимо. Точнее, как бы не мимо, а то, что надо. Так. Ковер. Сенсорлок, что ли, сделать? Хотя нафиг надо. Цешка, ЛРМ-ка. Тадыщ! До свидания. Incapacitated. Ну так, камео, камео. Ты слышишь? Да, мы были атакованы. Мои собственные охранники меня хотели взять в плен. Да, они все сошли с ума, они убивают друг друга. Да. Я не позволю... Иди в армари. Собирай войска. Поняла. Давайте. Нужен кто-то, кому мы доверяли. Александр, это мой ближайший друг. Его
лояльность подлежит сомнению. Ладно, командуйте, леди. Нам надо вот сюда. Я тебя понял. Короче, нам надо валить обратно. Ты забрейся вот сюда, пожалуйста. Нет, ты не сможешь забреситься. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну ты брейся. Давайте. Зададим Ротатора Тауншип. Зададим им жару. Контакт. Угу. Мастиф. Мув. Сюда. И чё, интервинч? Вон они. 30-тонники. Я понял. Камея. Сюда. Брейс. Если вдруг они начнут палить. Мой ход. Так, ты будешь живцом. Эвейсив ковер брейс. Чё-то там они разрушают. Мощно, мощно. Так. Кажется, там два меха, что ли? Нет. Нет, это два. Два машинка. Так, ты. Ты не можешь ходить, да? Мастиф ходит. Давай сюда. Брейс. Ну, подъезжай. Подъезжай, подъезжай. Так, ты... Эвейсив, ковер и брейс. Видят они нас? Нет, я так и не понял. Хорошо, ты... Ты спринт. Давай, все равно не попадут нифига. Пик, пик, пик. 35-тонная машинка. Мастиф. Давай тебя в спринте отправим сюда. Чтоб ты все-таки на высоте был. Эта штука нас заметила, да? Цыпа-цыпа-цыпа. Да чтоб тебе. Может, все-таки мув? Никого нельзя. Давай брейс.
Хорошо. Ты, чудик, ага. Выходишь на огневую, да? Я тебя понял. А так три, да, нет, и так три, а так нифига. А так вот. Стрелять ты не сможешь. А давай. В жепу зайдем. Это твой дядя. Спиноза восстает. Виктория. Спиноза Бэтмиш. Цивилиенс. Да. Так, лоялистов добили. Ну, ну, появились мехи. Взрывается все. Кабзда. Все кончено, камео. Виктория, что ты наделала? О, я любил тебя как сестру. Ля-ля-ля. Отец предложил путь. Черт побери, Виктория. В общем, да, Виктория замутила. Вы предатели. Я буду с вами бороться. Тогда ты дурочка. Окей. Ой, мама. Ёперный край, зачем я сюда припёрся? Я тебя понял. А, короче. Насколько я понял, надо как можно быстрее избавляться от различных там мульти-таргетовых машинок. Давайте это все на Б. Огонь. Готов. Минус две машинки. Блин, теперь это хрена тень ходит. Ай-яй-яй. Ладно. Ты за это поплатишься. Так. А, ладно. Каме, разрушай здесь все нафиг. Нам нужно уничтожать машинки. Ладно, я тебя понял. Ну, не очень удачно. Пум! Мимо. Хорошо. Так, а тебе надо очень-очень-очень срочно. Как бы так сказать. Валить отсюда нахрен. Как-то так.
Ай-яй-яй. Ну, такое. Ладно. Тун-ту-дун-ту-дун-ту-дун. Лорд сраный Спиноза. Для вашей защиты, короче, гонит. Так и вот так. И, короче, да. Огонь. До свидания. И прекрасно, минус машинка. Это отлично. О, я тебя вижу. Хорошо. Редакшн, ковер. Еще промазал. Косой. Иначе они разделятся. Так, камея. О, камея отсюда сможет отстреляться. Чем ты сможешь отстреляться? Только ЛРМкой. Печально. Ну ладно, стреляй чё. Это хренотень. Ладно. Damage reduction. Это точно. То есть, если я выйду сюда, то ему... да. Я... Чё? Да могу я по нему? Могу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Попал. Пилота ранили. Теперь мастифчик. Мастифчик, чувачочек. А может снова мультитаргет? Сюда прямой, сюда кривой. ЛРМ-ку в Б. А это все в А за пули. Че у тебя? У тебя с перегревом нормально все. Давай. Пау. Да. Не повезло. И тебе тоже. По блэкджеку он отстрелялся. Поганец мелкий. Не нашел он больше, да? Куда отстреляться? Еще и тоже. Прекрасно. Ну все, ребят, вы трупы, вы знаете об этом? Кэш минимал с такой косой, кривой. Я даже не знаю, я все в него высажу, просто вот, чтобы мало не показалось. До свидания. Падай, тварь. Ну, молодец. Теперь настало твое время, Валера. Огонь. Падай. Да, бай-бай. Прекрасно. А, лед так и лежит. Мастиф. Ты очень поможешь, если сейчас сделаешь...
Что ты сделаешь? Ты не стреляй. Ты в Б. Огонь. До свидания. Че, он встанет, что ли? Нифига себе, без ноги встал. Молодец. Ну давай. Пук-пук. Хорошо. Че у меня... Если я двумя отстреляюсь, о, у меня все хорошо будет. До свидания. Да. Ты меня слышишь? Да, Александр, слава богу. Ты не попал под бомбы. Это было слишком близко. Город потерян. Надо убираться с планеты. Я не могу покинуть этот мир. Битва закончена. Спасайся. Трапшип ждет в Шепард-пассе. Так, мы двигаемся. Ой. Мамочки, вы издеваетесь? Черт побери. Мне еще к ним пробиваться. Ладно. Черт с вами. Топ спид. Ну-ну-ну. Мы опоздали. 35-тонный вехикл нам противостоит. Уф. Главное остынуть сейчас. Что-то они там... Бедокурят, я смотрю. Так. Камей, давай спринт сюда. Фига себе, ты выбежала. Так, а ты... Давай-ка, действительно, мы с тобой повеселимся. Скорпион Страйкер. Сможешь пальнуть? Минус лазер. Минус лазер, нормально. Минус. Хорошо. Стив, поговори со мной. Ты тебе можешь не говорить. Ты опять мастиф? А, да. Брейс, давай-ка сделаем. Уверен, он в него будет стрелять, да? Нет? О! Да, это было весело. По-моему, так не разрушались раньше ландшафты и прочее. А, ладно, мув. Давайте без лазеров вообще. Потратим патрушки. Их достаточно. А, хорошо.
Ваш ход. Ваш ход, мастиф. Двигаемся. Ты брейс. Ты спринт. Остывай. Последний шанс. Капитан Хауст уничтожить. Что это? Это Вулверин. Мамочки. Это у нас... Черт побери, кто? А ничего, да. Пойдет. Я думаю, ему сейчас понравится. Вульверин, это у нас... C5, фронт, он... 50, нормалама. Да, им сейчас очень понравится. Должно зайти прям. Да. Минус джамджеты. Еще и промазал. Красно. Так, ребят. Иди сюда. А ты подостыл, да? Ты подостыл, значит, уже можешь прям на полную выстреливать. Давай, давай, давай. До свидания, Торс. Угу. Это прекрасно. Камея. Иди сюда. Тут она не может стрелять, да, Брейс? Стив. Сюда. Лайт лазер. Здесь сделаем сенсор лок, что ли? Хорошо. Теперь сюда. И лупим. Чем? АЦ-шками. Зашло. Камея. Вот так. Чем? ЛРМ-ками. Да, пожалуйста. Все зашло. Ой! Как же так? Обалдеть. Ну что, чуваки, приготовьтесь к уничтожению. Мультитаргет тебе и тебя. На Б можно. На Б можно. Давайте. Вот с 5. Скидыч, 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 скидыч. Чуть-чуть тебе осталось. И добьет тебя, конечно же, мой любимый Блэкджек.
лазерами. Огонь. До свидания. Теперь камея. А, спринт. Давайте спринт. Спринт и спринт. Хорошо. Теперь ты спринт сюда, ты спринт сюда, ты спринт сюда. Отлично. Приготовим двигатели. 5 минут. Это слишком долго. Проводи Лидия Рана и присоединяйся. Я не забуду. Давай. Вали. Контакт. Вперед. Сбейте дропшип. Всех уничтожить. Прекрасно. Тебя протренировали. Да, все, меня перегрели. Проблемы? Да. Они перегрели мой мех. Заткни свой рот. Твой отец трус. Давай, эject, эject. Все, я эjectнул. Да, прекрасный successful mission, я прям в восторге. Что ж, посмотрим, к чему это все привело. Это у нас мастиф сражается. Виктория такая. Бух, бух. Пробило ему. И взорвался реактор. Нормально. Все, расстреляли, и дропшип тоже уничтожили. Все, леди Арана погибла. Успешная миссия. Ну все, дядя сел на трон. Тетя тоже. Так умирает демократия. Ого. Получено достижение, командор потерян. Так, полишь, потише. Твоей безопасности. Окей. Это Дариус, Оливия, Эксо. Наемник. Хорошо. Командор Аркхам. А, он представился командиру Маркхаму, и в этот момент упали бомбы. И он не выжил. Почему ты меня спас? В
что, как я увидел, что случилось с Макхамом, было не очень правильно оставлять тебя в руках директората. Как мастиф. Нашли его мех. Его разбили. Никто не выжил. Так. Блэк Джек. Да. Блэк Джек готов. Янг может его починить. Так, твой мех саботировали. Что теперь? Ну, все остыло. Пауза Спиноза де-факто правит Огурин Ричем. Леди Арана умерла. Ее дрошип уничтожили. Черт. Черт, что за потери? Мы думаем так же. Так, я уже нам нашел транспорт, джемшип отсюда. Чип-трип. Короче, на Капонион Бордер, границу. Ты из глубокой периферии. Немногие, кто хотят. У тебя есть несколько вариантов. Можешь остаться. Можем высадить тебя на планете. Ну, ты должен заплатить за еду, за место, починку. Ля-ля-ля. И ты можешь быть частью мародеров. Выплатим долг. Впереди долгая дорога. Аркруин, Ривард, Фронтир. Через 3 года. Что, миссия? IPL благодарит вас за помощь, командир. Шахтеры, не солдаты. Мы не можем драться сами. Это поэтому вы нам платите. Они убили сотни из нас. IPL платформы. Так, тут есть тюретки. И надо уничтожить башню безопасности. Возвращайтесь и забирайте награду. Так. Что, сохранить можно? Я, пожалуй, сохраню и продолжим в следующий раз. Всем пока.